Итак, всем привет на канале Беларусь Германия. У нас наступила новая неделя. Дочка сходила первый день в школу. Совсем недавно я рассказывала про то, как Гринч похитил Рождество. Ну, то, что у нас отменили ярмарку. И про то, что как мы болели буквально две недели назад короной. Ну, у дочки была корона. Вы помните из прошлых видео. Сегодня она пошла в школу. Ей делают тесты. Она позитивная на быстром тесте. Так что сейчас мы ждем ответ, так как мы сходили, дали ПЦР. И завтра мы узнаем ПЦР. Если он будет тоже положительный, это будет что-то очень удивительное. Или это остаточное, или это что-то новое, потому что две недели назад она уже болела коронавирусом. Так что вот, сегодня начинаем видео с такой новости. Я так подумал, что бы не сделать еще и дома быстрый тест. У нас как раз есть фирмы Носочек Комфорт. Что, в России, что ли, делаю? Не. Deutschland. Ну, название интересное. Носочек Комфорт. Комфортный носочек. Сейчас у Соньки узнаем. Медленно пользоваться такими. Соня, умеешь? Давай покушаешь. Давай покушаешь, сделаешь. Сейчас посмотрим. Как думаешь, негатив будет или позитив? Но в школе был сегодня два раза позитив. В школе первый был с одной штрих, а второй был такой маленький. А чего два делали? Три вообще-то делали. Второй был негативный. Так а зачем второй делали тогда? А, первый был позитивный, два штриха это позитив. Первый был позитивный, второй был негативный. Третий, я не знаю, зачем нам надо было делать третий. И третий был? Он был полный красный просто. Вместо белого все было красное. Короче, с двумя белыми. С двумя белыми штришками. Короче, давай, поешь и сделаешь. Так что сейчас сделаем ей шнельку. Мне кажется, вот 100%, вот, как вы думаете, поставьте на паузу, напишите в комментариях, будет сейчас позитивное или негативное. Мне кажется, будет негатив, 100%. Получили мы результаты ПЦР Сонины. Эту новость можно расценивать как бы с двух сторон. Там нету однозначно положительного или отрицательного ответа, потому что, с одной стороны, жена теперь не побудет в краткосрочном отпуске дома с детьми. В другом случае Сонька негативная. Так что с завтрашнего дня поздравляю тебя, жена. Идешь на работу, все как надо, никакого отдыха. Привыкла. Все как привыкла, да, все как ты любишь. А мелкие в школу и в сад. Так что все хорошо, как и ожидалось. Потому что да, мы совсем сколько, мы две недели назад только переболели. И было бы странно, если бы мы еще раз заболели. Это был бы вообще какой-нибудь такой интересный нонсенс. Так что насчет короны мы негативные. Ну, не мы, а Сонька. В общем, сейчас с мелким ездили к врачу глазному проверять глаза. Ну, малому. У него там плюс 2, типа сказали, для 5-летнего возраста. Плюс 2 это нормально, допустимо, все хорошо, очки не нужны. Типа все, надо проверяться каждые полгода. И врач такой ко мне подходит, говорит: слушайте, а вот вы привиты? Я говорю: да, конечно, привит, вот, все хорошо, уже две прививки давно получил. Он на бустер, типа, третья. Я говорю: ну, жду, ну, как бы через полгода, говорят. Он говорит: ну, желательно, как бы, там лучше вложиться в 4-5 месяцев. Я такой: а что? Ну, врач интересный, как разговаривали с ним. Прикольный мужик, он такой говорит: а как вы вообще относитесь к бустеру? Я говорю: да я вообще-то жду, типа, за двумя руками и ногами. Говорит: слушай, у меня тут одна завалялась, срок годности заканчивается через 6 часов. Не хотите ли вы привиться? Я говорю: да. Я говорю: у меня нет с собой паспорта прививочного. Он говорит: сейчас все сделаем. Короче, мне привили, дали все документы. И завтра я иду в аптеку, получаю QR-код. Все, привился я BioNTech-ом. Да, поймем так, это потому что он говорит, потом идет Модерна, следующая приходит. Я говорю: нет, Модерну, я от Модерны отказывался и первый раз. И первый раз был тоже, привился я BioNTech'ом, и сейчас тоже BioNTech'ом привился. Так что вот так вот съездили к глазному, зато привился. Все как, ну, потому что мы были последний пациент, и, видно, ему остались эти вот последние дозы, и я не знаю, может, он платить за это должен, может, еще что-то, может, просто, чтобы не пропадало. Ну, прививка-то бесплатно, да, но... Так что все, я уже прочипировался, стейдж 3. Даже уже показать не могу нормально. Так что все. Посмотрим завтра на побочку. Не знаю, что он тут. Типа там рука будет болеть. Не знаю. Посмотрим.
Так что, что будет завтра, уже расскажу завтра. Так, ну что вам рассказать по поводу прививки третьей? Чувствую себя великолепно сегодня. Вообще, блин, супер. Голова только там немножко так побаливала, но это не высыпаюсь, наверное, скорее всего. А так что, следующие прошивки все стоит, там 4-5, скорее всего, которые нас ожидают. Это уже будет прилетать по воздуху, это все нормально. И самое главное, ко мне нормально вернулась память. Я теперь начал помнить наши даты. Я наконец-то сегодня вспомнил, что у нас с женой годовщина была 3 дня назад. Раньше это я мог вспоминать через год, а сегодня он все пошел, купил цветы, подарил. Говорю, жена, поздравляю, у нас же 3 дня назад была годовщина. Она, о, спасибо, мы же 3 дня назад-то уже, я тебе и напоминала. Я говорю, ну вот, благодаря прививке уже другой человек стал. Так что чувствую себя нормально, великолепно, все хорошо, ждем гостей. У меня в GoPro-шке сломалось... Блин. Мой трипод. Это очень плохо. Но, наверное, сегодня уже не увидимся, а встретимся в субботу. Так, всем день добрый. Сегодня уже суббота у нас наступила. И в планах у нас ездить сегодня в Магдебург. Но сначала с Водафоном мы все никак не можем там закончить дела и соту, потому что это Германия, это все нормально. Так, сейчас заскочим в пункт подключения или отключения для нас по-быстрому. И в Магдебург, в торговый центр, да? Угу. Да, так что, кстати, поздоровайтесь, Сеш, наконец-то. Здрасте. Марк, ты будешь здороваться? Разрешил нам папа. А, Марк еще притягивается. Так что вот такой план у нас на сегодня. Ох, тут бюрократия, конечно, на уровне бог просто. Тут, чтобы закрыть какой-нибудь один вопрос, ты должен совершить 300 звонков, 400 раз куда-то сходить. И потом окажется, что, блин, ну все оказалось намного проще. Но это надо было делать с другой стороны. Все, мы немножко вопрос, конечно, не закрыли с интернетом до конца. Так это борьба такая тут навеки, наверное. Но выдвигаемся уже в Магдебург. Распогодилась, Даша. Моя любимая тема про погоду. Тут солнце, а тут, ой, пасмурно. О, елочки у нас тут продают, кстати, живые. Так, что смотрим у нас с топливом? €49. Что странно, даже цена упала. Что последнее время мы только по €60, по €65 заправляли. Сейчас €49. Ну, красота, да? Ничего. Боишься лопнуть на камеру? Вот так вот мы всегда путешествуем. Жена спит, дети спят. Поэтому я и не хочу родительские права. Не дети, а Марк. Ну да, дети. Бунтари. Но всегда они тоже. Не сплю. Не сплю. Не сплю. Да, не сплю. Ты знаю, я твой не сплю. Ну ничего, скоро жена получит родительские права, и я буду. Ты это специально делаешь, да? Вот теперь я понимаю, почему ты так это затягиваешь, что нормальный человек сдает на права за 3 недели, а ты это хочешь сделать за год? За 3. Ну, за 3 недели я шутил, да. Года. За 3 года. Так что да, жду я уже наконец-то, получит она права и будет меня катать, возить. Ох, это ж сколько перспектив у меня открывается, боже мой. Приехали, сейчас вам покажу, как выглядит кто тот, кто никогда не спит. А как выглядит его ноги, это вообще вечно. Всегда так спит. Спасибо, да, Марк? Да. Ну круто, украшено, конечно, шикарно вообще.
Блин, людей жесть, и в некоторых местах даже очередь стоит. Ну, потому что запускают там определенное количество людей только по правилам 2G. Все, идем мы... Все готовы там? Идут? Все, идем мы обратно. Без обуви мне. Ну, все как всегда. Не было размеров, так что платим за парковку и едем домой. Так, все, идем к машине. Парковка нам обошлась за 3,5 часа, 4,30. 4,5 евро, образно. Если вкратце, зачем ехали, ничего не купили. Я остался опять без обуви. Погуляли там. Купили пару мелочей, там игрушку, да, интересно. Мы ее будем дома пробовать или ты хочешь подарить кому-нибудь? Я хотела в подарочек. Можно же себе тоже подарок делать, правда? Да, так что вот если решим все-таки ее себе оставить, то приедем, покажем. Игрушка для взрослых. А это популярная игрушка, мне кажется. Да? Ну вот и посмотрим. Так что ладно, едем домой, потому что у нас еще впереди Айн Кауф, надо успеть съездить сегодня в Кауфланд затариться. И нормально провести субботу с каким-нибудь фильмом интересным. Сегодня еще будем решать, что смотреть. Mm-hmm. Хотели что-то рождественское, а я что предлагал? Бонд, Джеймса Бонда. А, Джеймса Бонда нового. Ну, не знаю, пойдет ли это детям или нет, потому что мы гуляли в медиамаркете, смотрели телевизор, и, ну, мы не просто ходим в медиамаркет посмотреть телевизор, а выбирали именно. Да, и там лежали диски с Джеймсом Бондом. Тут еще дофига лицензионных CD, вот это вот просто Blu-ray. Соньке в школе подарили какой-то мультик на CD, только она типа говорит, у папы Apple, типа, куда его вставлять? Ну, уж на чем его смотреть? Ну, пускай лежит. Так что вечером еще просмотр фильма и встречать завтра воскресенье. Так что двигаемся, пока что домой. Так, все, добрались мы домой. Сейчас надо проверить, как пылесос убрал, чек-лист сделать. Все было поднято. Сейчас проведем проверочку. Ну, красота. Ни пыли, ничего, чтобы уборка была влажная. Кстати, мне пришли для пылесоса там моющая специальная его. Типа капаешь, там он дезинфицирует и отмывает, типа лучше. Ну, не знаю, повелся я, как всегда, на рекламу, так что все нормально. Так, касательно того, что мы съездили. Мало того, что правило 2G, и еще детям с 7 лет надо быть или протестированным, или переболевшим. С 6, да. Вот и Соня ходила, и, слава богу, мы недавно переболели, взяли с собой это письмо. Но должно пройти 28 дней после того, как ты вышел из карантина. Ну, типа такой вот бред. Всем вот лепили такие браслетики, типа, и, ну, в одно место заходишь, показываешь, что ты там переболел или привит, и все, и тебе чик, браслет, и погнал. А детям тест с 6 лет. Так что, ну, такие неудобства реально уже, и про детей начались вообще все это, как всегда. Ой, ладно, мы что сейчас, мы быстренько перекусить что-нибудь. И погоним мы на Айнков, потому что время-то уже 4:30 вечера. Вот так вот. Так, только что приехали с магазина, все. Вот и сама эта игра для взрослых, что мы купили. Марк, Алёшка с Казахстаном, то есть по телефону говоришь, мелкие разговаривают с бабулей с Беларуси. Тут, в общем, ладно. Сейчас распакуемся сначала, что мы купили в Кауфланде, а потом уже с вами попробуем, наверное, поиграть. Чипсы, блин, по 74 цента были на акции. Печенье по 59 центов. Ай, как всегда, столько всего ненужного набрали, что просто жесть. Вот. Ладно, будем распаковываться, переодеваться и потом продолжим. Да будет. Марк, вот покрикливый, а? У папы шапка упала.
Разговаривает как батя мой. Это не года. Дедушка, мы когда жили в Латвии, жили на четвертом этаже, и когда мой батя, ну, дедушка, разговаривал по телефону, вот он на четвертом этаже говорил так, что мы слышали все на улице. Там такой, я говорил, батя, ты как будто там с Китаем разговариваешь. А ничего, пускай лучше слышат. Как-никак, председатель колхоза. Там голос у него такой, что мог заставить слушаться. Так, детям сейчас омлет сделаю по-быстренькому. А у нас будет на вечер сегодня... Как называется, все время забываю? Укша. Что? Раковина, ракушки. Мидия. Мидия. Совсем с ума выжили. Так, а детям тогда омлет с колбаской. Салями сделаем. Ну. И распакуем... И распакуем игрушку. Распакуем же игрушку. Я буду распаковывать посылку. И посылку сейчас распакуем еще кое-какую. Так, ну что, откроем пока игрушку. Так. А, ну вот, типа ведешь, наверное, да, и... Да-да-да, и если ты дотронулся, то она бьет, ну, искрой какой-то или током. Ну, я так понимаю, что она... Она просто сигнализирует, наверное, подожди. Ну, просто здесь нарисованы искорки какие-то. Нет, типа сигнализирует, наверное. Она вот этот пищит, мне кажется. А, или так. Так, ладно. Игру сейчас попозже проверим. А сейчас распакуем посылку. Это от фамилии ребят. Лапутина. Это от ребят. Это от ребят Лапутиных. Серега, Ольга и две маленькие принцессы. Не подумайте, что я забыл их имена. Я никогда бы в жизни такое бы не сделал. Так, сейчас посмотрим. Давай там уже. Нож, может, возьми? Я надеюсь, там деньги. Или ключи хотя бы от автомобиля. Да. Коробка денег или ключи от большого автомобиля. Быстрого, который меня где-то ждет. Другого я от них не ожидаю. Сейчас посмотрим. А мне не важно, что ты тут просто так приятно получила. Коробочка-то уже прекрасная. Я кровью от обозначения. Ты руки себе не вскрой. А то сейчас будет тебе приятно. А там бинты как раз. Они знали, что если ты будешь скрывать, ты порежешься по-любому. Поэтому мне прислали просто бинты. Вот и старался Серега. Судя по тому, что... Опачки. Опачки. Так, протеины это мне по-любому. Так. Лимнич. Смотри-ка, Серега знает, что я Прометей. Или как это? Тор. Поэтому... Так, протеинчик. Еще протеинчик это что? Зайчка. Фу, какой золото? Какой протеинчик? Это вообще-то все дети. Каким детям? Вайп протеин. Каким детям? Что же, Серега бы детям бы подарки слал. Он мне, само собой, шлет. Смотри, жидкое золото. Много еще. Ага. Походу он этим торговым представителем устроился. Так, машинка. Да, это тоже мне. Ну, я ожидал машину. Ключи от автомобиля, но есть. Тоже неплохо. Это 24 карата золота в парфюме. Вот это да. Так, еще что-то золотое. Золотого ангелочка. Это чистейшее золото. 1027-35 пробы. Я не могу смотреть. Оп! Это Сонечки. Так, смотри. Серега, тебе огромное спасибо за годовой запас протеина. Он даже пролежит и больше, наверное. Четыре порции. Вот эти все съедят. Да. Может, это посчитать надо было, а? Нет, ну это же личное. Ну это что? Семья Лапутиных, вам огромное спасибо. Мы ваш подарок... Да, и мы ждем вас, кстати, в гости. Не забывайте. Так, давай ложи все на место. Скажем, что... Так и было, что мы это не распаковывали, ничего не видели еще. Марк, нельзя дотрагиваться. Марк, ты сейчас надо рюмку будет выпить, нельзя. Только ты, мам? Еще не знаю. Андрей, я еще не знаю. Проиграла. Так, ладно. Мы сегодня, наверное, попрощаемся до завтра, да?
Да, мы уже вот сейчас приготовим туда-сюда и будем смотреть фильмец. Решили, все-таки остановились на Джеймсе Бонде. Это последний Бонд с Крейгом. Посмотреть, интересно, что там получилось у них. Или что-нибудь рождественское, если не найдем в нормальном качестве. Ну, все, потому что в Германии многие сайты, на которых мы смотрели раньше фильмы, блокируют. Типа, контент в вашей стране недоступен. Так что вам до завтра, это вот одна секунда. Так, вот и наступило у нас уже воскресенье. Мы сейчас немножко займемся уборкой. Оля, у нас что сегодня приготовит? Плов, так? Плов, и она пытается меня заставить, чтобы я повесил лампу, но сегодня воскресенье, сверлить нельзя. Поэтому у меня уважительная причина. Мы вообще-то в Германии находимся, и мы соблюдаем здесь законы, да? Да, вот так вот, знаете. Так что ты готовишь плов, я корректирую. И мы идем, наверное, прогуляемся немного. Creep into your prison cell. Hey baby, can you tell I'm not a criminal? Your choice is seminal. I want you to stay true to what's right for you. No matter who or when or what will others say, just find your way and try to stay. Да, кстати, площадь пустая из-за погоды, скорее всего, очень неприятная. Ох, давно я так не видел, что в воскресенье в Педлинбурге так было тихо, спокойно. Так, вот и пошел дождь. Слава богу, наша прогулка уже подходит к концу. Сколько мы уже? 58 минут гуляем. Кстати, мы сожгли, ну я, по крайней мере, 242 калории. И почти 4 километра прошли. Минут 10 мы уже будем 15 дома. Ух, какой дома приятный запах. Стоит чесночка и плова. Так, час на подогреве. Ты что, за угол подлею? Все, туши, открывай, что там внутри. Дети, руки мыть с улицы, вы знаете правила. А мне? Ну, выглядит великолепно. Надо только перемешать. Сейчас будем пробовать. Тяну. Где мое? Что, садимся кушать, как тебе? Попробовал? Вкусно? Вкусно? Сейчас я тоже попробую, все это скажу вам. Да, круто. Всем приятного аппетита. Марк сказал, что вкусно. Да, если Марк сказал, что вкусно. Нормально. Это очень классно. Так, ладно, сейчас мы покушаем, посмотрим. Мультик Лоракс нашли. Классный. Да. И будем уже потом встречать вечер. Всем приятного аппетита. Так, все, мы покушали. Уже наступает вечер. Что-то у нас тут такое тоже интересное. Возьмусь я за приготовление глинтвейна. Вот основа, куплена она. Это ароматное вино. Так, что у нас тут шведское, мусыкея. Короче, не знаю, сейчас попробуем туда немножко. Добавим мандаринчика и корицы. Ладно, вам, наверное, буду говорить уже до свидания, прощаться, до следующего видео. Спасибо за просмотр, берегите себя, берегите своих близких, любите всех, ну, не всех подряд, а всех, кого вы любите. И до новых встреч, всем пока!